В частной гостинице «Анюта», расположенной на улице Некрасова в городе Якутске, обнаружены тела двух мужчин. На место происшествия выехала следственная оперативная группа, а следователям Следственного комитета произведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Трагически погибшим пассажирам авиакомпании «Полярные авиалинии» гостиницу предоставило руководство авиакомпании. Об этом стало известно благодаря аудиозаписи разговора других пассажиров и представителей авиакомпании, которая оказалась в распоряжении нашей редакции. Жители северных районов после задержки не могли найти ночлег и обратились к представителю фирмы. По их словам, их поселили в гостиницу, которая не оборудована даже пожарной сигнализацией. На аудиозаписи слышно, как пассажиры выражают свое недовольство, описывая плачевные условия предоставленной гостиницы. По нашим данным, этим рейсом должны были вылететь около 20 человек. Они все находились в этой гостинице. Сейчас они находятся в здании аэропорта. Ну, мы вначале были в гостинице по Некрасова 6/1. Там нам дверь не открыли, высокие заборы. Снаружи вроде не видно, что пожар произошел, но там, значит, видно, что тушили, вода замерзшая. Значит, подъезжал с управы промышленной, как раз когда мы были, Александр Подголов. Его тоже не пустили. Он тоже только от полиции узнал, что два трупа на месте обнаружено пожара. Хозяйки, значит, гостиницы, видимо, частная гостиница, они сказали, что только общаться через полицию, дверь не открыли. Потом мы, значит, приехали в аэропорт, сейчас мы вот в аэропорту находимся, встретились с очевидцами события, с пассажирами рейса Сакрыр. Это люди, которые 10-й день не могут вылететь в Сакрыр из-за погодных условий. Значит, само здание аэропорта нас тоже не пустили, значит, люди вышли на улицу, мы с ними пообщались, они рассказали, что, значит, 10-й день не могут вылететь домой. Их полярная авиалиния разместила в гостинице, вот в этой частной «Анюта» на Некрасова 6/1. Но они, значит, посетовали на то, что условия очень плохие, там холодно. И, по словам очевидцев, горело второе здание гостиницы, там, видимо, два здания. Там ночевали два парня молодые, которые вот сгорели вот сегодня ночью. Их не могли спасти, прямо огонь был из окон, они окна разбивали, но так и не смогли спасти этих людей. Задержка по погодным условиям. Нас остановили в гостинице семейного типа, частная гостиница. Ну, где-то мы уже, с какой день? 10-й день, да? 10-й день. 10-й день там мы. Одного парня зовут Сыроватский Андрей Константинович. Это брат мой, первый спортсмен района. Постоянно занимался национальными видами прыжков с детства, со школы. Не пьет, не курит. Второго парня тоже родственник. Зовут Сенцов Семен Семенович. Да, тоже вообще не пьющий. Парни молодые совсем, оба семейные. Имеют по два ребенка, девочка и мальчик. А парни ночевали всего одну ночь. Они должны, у них были, у Семы и у Андрея билеты были на 6-е. Они вчера должны были улететь. Они переночевали только одну там ночь. Вот все пассажиры находятся в аэропорту, ждут опять-таки рейса, но сегодня очень холодно, поэтому и наверняка в Сакрыре тоже, поэтому вряд ли они вылетят. Люди очень возбуждены. Они говорят, что представители авиакомпании вроде как с ними разговаривают, значит, обещали им помочь, но пока мы официального комментария от полярных авиалиний не услышали. От полиции, от следственных органов пока официальных комментариев нету. Пока на этот час все.